Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 6 ноября, 6 часов 10 минут утра. У нас все нормально, все есть, все работает, все в режиме. Свет, газ, вода, связь. Все потихонечку. За вчерашний день и ночь у нас было 8 воздушных тревог. Последнюю тревогу отменили почти около часа ночи. На данное время у нас все тихо, спокойно, воздушной тревоги нет, все нормально. Вчера ночью шекель меня разбудил, приблизительно около 12 ночи. Вообще он плохо спал ночью, не знаю, и вот как-то и сама не выспалась. Что его беспокоило, не понимаю. И вот это ж он меня разбудил, я так в телефон посмотреть, у нас воздушная тревога. И посмотрела по карте, у нас по Запорожью прилет в это время. Честно, друзья, ничего не слышала. Может, шекель что-то услышал, почувствовал, не знаю. В новостях ничего такого нет, а вот карта показала, сейчас вам покажу. Вот, смотрите, 18 минут первого ночи. Не фокусируется. И вот этот прилет. Не знаю, может, это по области или где-то за городом. Вот как-то так. Очень надеемся, что это куда-то мимо и никто не пострадал. Спасибо вам огромное, друзья, за поддержку, за комментарии. Столько лайков вы нам поставили с шекелем. Боже мой, так приятно было читать ваши комментарии. Я там сердечки классики поставила. Спасибо большое. Просто столько много комментариев. Я так понимаю, что не смогу всем ответить. А если начну отвечать, кто-то из вас обидится. Мне просто, думаю... Вы же знаете, как мы к вам относимся. Мы вас очень-очень любим и уважаем. Вы это чувствуете, несмотря на то, что мы по ту сторону экрана от вас. Спасибо еще раз огромное-огромное за поддержку. И я хочу сегодня дополнить за вчерашнее видео, немножечко объяснить, да? У меня был такой комментарий. Я согласна частично с ним, и сейчас объясню, почему. Наташа, у меня болит за Украину. Есть же такое понятие, что за родное, родных переживаешь больше всего. Иными словами, любой родитель будет больше переживать за своего ребенка. Жена за мужа, муж за свою жену. Ребенок за своих родителей, а хозяин за свою собаку. Конечно, правильно, конечно, все верно, но, может быть, у вас все родные, вся жизнь, вся только вот связана с Украиной и все. А я записываю свой дневник и свою жизнь. И так как у нас родственники, друзья, родные... Они у нас во многих странах, во многих регионах, и, я не знаю, я не могу так говорить, потому что они нас поддерживают, несмотря на то, что у них у самих идет война, и тоже прилеты. Многие знают, что у нас сын живет в Израиле, у нас очень много друзей в Израиле. Надя, Миша, спасибо вам огромное, которые нас просто под бомбежками везли в аэропорт. Мы никогда в жизни не забудем, они нас всегда поддерживают, смотрят новости. Если, не дай бог, где-то что-то здесь у нас, они сразу пишут, ребята, чем вам помочь? А я буду говорить, что я только переживаю, я не могу так, потому что это наша жизнь. У нас много друзей, подписчиков, которые живут в других странах, в Италии, Валерия, во Франции Нина, привет вам огромный. И сейчас такие стихии происходят, такое на земле у нас творится. Я не могу желать мира только
тем, кто живет в Украине. Да, я родилась в Украине, но это не значит, что мы должны вот как-то, знаете, ограничить себя этим. Ну, вы делайте, как хотите, я никого не учу. Я вам говорю свою позицию, свое мнение, что люди, которые находятся в более тяжелом положении сейчас, они переживают за нас. Поэтому, конечно, я желаю всем мира во всем мире, не имея значения на границе, на национальности, на то, что где вы сейчас находитесь и где живете. И, пожалуйста, не пишите там какие-то плохие комментарии и всего остального, потому что я не буду на это обращать внимание. Это наша жизнь, это наш дневник, и я записываю в него все, что считаю нужным. То еще раз огромное-преогромное, друзья, спасибо за поддержку и за ваши теплые комментарии. Столько лайков, больше 700 лайков вы поставили. Это просто вот спасибо-преспасибо. Вчера ходили с Шекелем на вечернюю прогулку, зашли в Апельмон, купили хлебушек и встретили свою подписчицу Светлану. Светлана, привет вам огромный. Очень приятно было с вами познакомиться поближе, не только в комментариях. Приятно было пообщаться. Спасибо огромное, что не постеснялись, подошли. Нам очень-очень приятно. Ну а также, друзья, сегодня у нашего друга Валеры день рождения. Валера, конечно, с днем рождения! В первую очередь здоровья, мира, уважения в семье. Конечно, очень хочется сказать до скорой встречи, но все будет как будет. Еще раз крепенько обнимаю, целую. С днем рождения! Вчера, друзья, как и говорила, у нас программка наша не подвела. Показала дождливую погоду, так и было. Мы успели с утра с Шекелем прогуляться быстро-быстро, потом такой дождь ливанул. Ой, сильный-сильный. Ну и вечером вышли, уже дождя не было. Было все нормально. В интернете смотрела, очень много фотографий выставляют. Вчера просто необычное небо было, такое красно-алое. Во многих регионах было видно такое, знаете, сравнимо, может быть, с северным сиянием. Но северное сияние какое оно, да? Зеленое, бирюзово, голубо-синее, вот такое в основном, что-то с желтинкой. Но это то, что по телевизору мы видим. А это ало-красное, очень красивое, но как-то, знаете, настораживает. На сильный ветер, на морозы. Не знаю, вот такой был закат вчера. Надеемся, конечно, что ураганов и шторм не будет, все тихо, мирно, спокойно пройдет, погода наладится, и, конечно, скорейшего мира нам всем. Всем доброе утро! Вышли на прогулочку, пока дождик не начался. Да, Шекелюша? Правда, немножко уже покапывал. Да. Перекличка с друзьями. Собачки лают. На улице не холодно, ветерок, конечно. Небо, смотрите, затянуто. Дождик будет. О, какой ветер. Ветер, ветер. Там солнышко всходит. Ветерочек. Побежали, пока дождь не начался. Хоть и ветер, но он теплый. Не холодно. Гуляки мы малые. Зобкой круть-круть. Деловой же, да, ужасы. Столько дел с утра нужно переделать. Скажи, маму выгулять надо.
чтоб дома не засиделась. Да, зайчонок? Пойдем дела делать. Сейчас уберу. Пакетик готов. Вы такие деловые. Все, дела сделали. И теперь идем гуляем. Да, зайчик? О, вот уже всякую косточку. Ну, хорошо слушается. Только надо уследить, чтобы не схватил в рот. Да, Шекелюша? Интересно, что тут накидано. Глаз да глаз. Чтоб не проглотил. Пошли, пошли. У нас вот еще зеленый клен. Вот как-то одно дерево прям уже желтое, одно еще зеленое. Вот такая красота. А представьте, как пожелтеет, какие листья будут. Ой, обожаю золотой клен. 5 ноября. Видите, как цикорий цветет. Цветочки в ленту. Травка зелененькая, сочная. Листики желтенькие. Шкирюш, куда ты меня тянешь? Пойдем. Да кругами, кругами парень ходит. Разные запахи, да, Шекелюша? Не знаем, на чем остановиться. У нас после дождя, друзья, смотрите. Какая красота выросла. Да не одна. Ого-го, размеры какие. Смотрите, сколько грибов. Целая поляна. Понятно, что поганки, да ну они такие красивые. Вот еще вот такие. Красота. Шекель, посмотри, какая красота, Шекелюха. Грибы? Грибы, да? Дай какие грибочки. Только не кусай. Понюхай и все. Сейчас, Шекель меня запутал. Вот такие. Красота. Все. Нагулялись. Впечатление. О, мамочки. Смотрите, чуть не упала. Тут вот листья, а тут яма. Ох, соскользнула нога. Ох. Вот эту яму мы потом. Ужас. Идем по дорожке. Так и ногу сломать можно. Да, Шекелюха? А, Шекелюха, по листьям. Оставили смс-ку и пошли кушать домой. Шекелюха, Кази, всем привет. Мы пришли с улицы. О, как кушать хочется, да? Хочется кушать. Встретились с нашим другом Володей. Ой, что, ребята, нам Володя принес. Гостинчики с дачи. Так, так, так. Кто догадался? У нас будет зеленый борщик с щавликом. Володя, Наташа, спасибо вам огроменное. Сейчас я подсветочку включу. Во! Во, где зелень? Зелена. Мы зеленый борщик очень любим. Так, еще тут листик. Листики, листики. Так, что тут у нас еще есть? Так. У нас укроп. Ой, смотрите, ребятки, какой класснючий. Будем замораживать. Порежу укропчик, заморожу на зиму. Будет красота и вкуснота. А здесь у меня уже слюнки бегут. Ой, что показываю. Жаль, камера аромат не передает. Это Володя сделал коптилку.
сейчас, ой, что показываю, вот одной рукой же развязываю. И смотрите, Платва Ивановна, ребята, пахнет дымочком. Это копченая, да, как она называется, вяленая, ну, не, копченая, домашнего копчения. На ней не видно, вот знаете, как в магазинах продают там желтые, да, копченые. Она не желтая, но она такая ароматная, запах дымка. Смотрите, глазик красный, значит, она малосольная. Уже, честно, пиво хочу. Пиво с рыбом. Вкуснота. Друзья, нас балуют друзья. Смотрите, какими пирожками угостили. Еще тепленькие. Спасибо большое, Наташа с Володей. Только Володя вот нас угостил. А, это Володина мама? Ну, ихняя мама. В общем, спасибо огромное вашей мамочке. Самые вкусные пирожки, когда готовят мамы, бабушки. Блин, рука занята. Так хотела половиночку сейчас показать вам. Откуси и покажи. Я половину не откушу. Ладно, я вот так сейчас как грызану. С середины, да. Как вкуснющий чебурек, Артур. Как это вкусно. Все, ребята. Когда там будут следующие пирожки? Грызануло так грызануло, Леня. Ну, на мой пирожок с мясом, это не пирожок с мясом, это беляш. Вкусно, да. Вот вкус беляшика. Прям вкусного беляшика. Спасибо огромное, друзья. Надеюсь, вы спасибо передадите маме от нас. Очень вкусно. Не зря говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. А лучше не 100 друзей, меньше друзей, но чтобы друзья были настоящие.